Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Июль пока и не думает останавливаться в своем температурном порыве. Жара, конечно, отступит, но не завтра. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 34, переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой. Ночью плюс 16-18. В центральных районах и на юге днем плюс 33-35, облачность тоже переменная и тоже грозовой дождь. Ночью 17-19. Выше нуля. Послезавтра дождь остается в расписании, а температура еще подрастет. О погоде все. Удачи вам. Увидимся.